Стресс – это вообще хорошее понятие. Когда его Ганс Селье стал применять в отношении человеческого поведения, он говорил о том, что это вопрос мобилизации организма для решения жизненно важных задач. Вот. Дистресс – это вот как раз ситуация, когда мы мобилизуемся, но силы свои конструктивно не тратим. И вот в этом проблема. Поэтому, конечно, стресс может быть позитивным, и чем больше позитивных стрессов у вас будет, тем вы будете активнее действовать, тем бодрее будет и веселее ваша жизнь. Вот. Поэтому не избегайте стресса. Но не загоняйте себя в дистресс. Если вы хотите не допустить хронического стресса, просто не запускайте себя, потому что это очень у нас любимая забава, на себя плевать, а потом, значит, в какой-то момент, когда уже ноги не тянут, руки, понимаете, не держат, схватиться за голову и спросить, как из этого состояния выходить. Занимайтесь профилактикой, думайте о том, что каждая ваша дополнительная нагрузка, она может вас поломать. И сначала, как бы, как к снаряду, когда подходишь, правильно нужно себя там почувствовать, и только после этого хвататься за, как ее, гирю. Вот. А то вы эту гирю сначала схватите, а потом говорите, что со спиной что-то не так. Будет не так. Мы с вами находимся под невероятным стрессом, информационной нагрузки и прочего какого-то давления, которое мы неизбежно все с вами испытываем. Вот, в нашем новом дивном мире с его изменчивостью, перегрузками, необходимостью постоянной адаптации там, и так далее. И сейчас must have знать те психотерапевтические техники, которые позволят вам чувствовать себя собранными, расслабленными, не пассивно убитыми, а вот именно расслабленными, свободными внутренне, да, без этого внутренних напряжений, внутренних иррациональных каких-то вот этих вот загонов, которые для нас свойственны. Вот, поэтому изучать техники значит, управления собой – это очень важно. Стрессоустойчивость – это когда у вас есть возможность, способность, навык быстро переодеваться в воздухе и ситуации, которые вы воспринимали одним образом, начинать воспринимать принципиально другим образом. Просто дистанцироваться от нее, посмотреть, как это еще можно для себя понять, как про это можно еще подумать и формировать, в общем, совершенно другой подход. Терпеть стресс – это только усиливать стресс. Поэтому надо переобуваться.